Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 385. Одна шахматная партия длилась 11/12 часа. Другая 5/6 часа. Сколько времени длилась третья партия? Если на все три партии было затрачено 3 часа. И задача решается в два действия. Первым действием узнаем, сколько было затрачено времени на первые две шахматных партии. Для этого нужно 11 двенадцатых и 5 шестых сложить. Здесь у нас сложение для би с разным знаменателем, поэтому сначала нужно их привести к общему знаменателю, и общий знаменатель здесь будет 12. Поэтому первую дробь мы оставляем без изменений, а вот вторую домножаем на 2, чтобы получить знаменатель 12. 5 тоже домножаем на 2, получаем 10 двенадцатых. 11 плюс 10 – 21, и 12 знаменателей остаются без изменений. 21/12 дробь неправильная, поэтому сначала выделяем целую часть. Для этого 21 делим на 12 с остатком. Получаем 1 целую и 9 двенадцатых. 1,9 часа – это время, которое было затрачено на первые две шахматные партии. Ну и теперь вторым действием мы сможем узнать, сколько длилась третья шахматная партия. Для этого из общего количества времени с 3 часов вычитаем время, затраченное на первые две шахматные партии. 1,9 вычитаем. Из натурального числа вычитаем смешанное число. Поэтому нужно у числа 3 занять единицу, останется 2 целых, и эту единицу представить в виде дроби со знаменателем 12. Получаем 12/12. 2,12 это 3, поэтому на самом деле мы ничего не изменили, просто тройку записали немножко в другом виде, и минус 1,9. Вычитаем целую часть, из целой части из дробной, дробную. 2 минус 1, 1, 12 двенадцатых минус 9 двенадцатых, 12 минус 9, 3 и 12. Дробь сократимая, 3 двенадцатых сокращается на 3. 3 на 3, 1, 12 на 3, 4. 1,1 часа длилась третья партия. Кстати, в первом действии мы получили число 1,9, а 9/12 дробь была сократимая. Мы с вами забыли сократить, но, в общем, не важно. Ответ все равно получился бы тот же самый, 1,1. И можем написать слово «ответ». 1,1 часа затратили на третью шахматную партию. Выполнили задание 385. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.